Дом номер 20 по улице Фабричной, поселка Чулочно-Носочной фабрики в пригороде Корсуна доживает свой век. Двухэтажное здание, построенное в 1956 году, изношено на 75% и не подлежит восстановлению. Конструкции имеют дефекты, крыша течет. Аварийным здание признали в 2020-м. Тогда же его включили в областную программу переселения граждан из ветхого жилья. Однако ждать долгожданного переезда людям пришлось бы до 2031 года. Прокуратура Корсунского района подала иск в суд. В этой связи суды первой и апелляционной инстанции согласились с доводами прокурора о том, что установленный органами местного самоуправления срок расселения жильцов не соответствует критерию разумности, и возложили на администрацию Корсунского района обязанность в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу установить разумные сроки расселения жильцов. До 11 мая администрация Корсунского района должна утвердить новые реальные сроки расселения. В целом, в 2023 году в Ульяновской области планируют полностью завершить расселение жителей аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. У Министерства строительства стоит задача переселить около 1000 жителей аварийных домов. Анна Тищенко, Улправда ТВ.